Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о рации Baofeng BF-H7. Ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. Лучшей наградой для меня будет, если вы поставите лайк и напишите приятный комментарий. Также вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик, от этого мне будет приятнее вдвойне. Корпус радиостанции изготовлен из ударопрочного пластика и имеет защиту от пыли. Рация имеет достаточно внушительные габариты, но, несмотря на это, смотрится очень презентабельно. В ее дизайне каждая деталь находится на своем месте, поэтому удобство в процессе эксплуатации обеспечивается на 100%. Для комфорта управления здесь используется приятный большой дисплей с белой подсветкой. По органам управления все довольно просто. Сверху ручка включения и регулировки громкости, ручка переключения каналов, она же валка, кодер и разъем для подключения антенны. Слева находится кнопка передачи, кнопка включения аварийной сирены, проверка вольтажа аккумулятора и включение FM-радио. Справа можно увидеть разъемы для подключения гарнитуры, которые спрятаны за резиновой заглушкой. Эта радиостанция отличается от других радиостанций Baofeng повышенной выходной мощностью передатчика, тремя уровнями регулировки мощности, увеличенной емкостью аккумулятора до 2200 мАч. Настолько емкая батарея позволит использовать устройство в течение суток в активном режиме, а даже если рация разрядится, то присутствует быстрая зарядка. Помимо перечисленных преимуществ, аппарат может похвастать наличием встроенного валкодера, FM-радиоприемника и возможностью программирования с помощью ПК, клипса и с возможностью быстрого съема. Еще к основным достоинствам этой модели можно отнести высокую мощность передатчика, 41 пункт меню, самое функциональное меню из всех двух диапазонок этого класса. Прочная антенна с высоким коэффициентом усиления позволяет радиостанции обеспечивать уверенную радиосвязь на расстоянии до 10 км при прямой видимости, до 3-4 км в условии леса и до 2 км в условиях плотной городской застройки. Также присутствует система повышения разборчивости речи, компан, блокировка кнопок от случайных нажатий и режим экономии энергии аккумулятора. На эту модель я нашел только два отрицательных отзыва. Нет родного софта для прошивки сетки частот. Чорп не поддерживает. Теперь расскажу о положительных отзывах, которых оказалось значительно больше. Качество звука. Дальность действия. Аккумулятор хорошо держит. Два диапазона. Непримитивный внешний вид. Защита дисплея. Не тяжелая. Большие кнопки клавиатуры. Валкодер вместо бесполезного фонарика. Напоминаю, ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании. Надеюсь, я помог вам с выбором рации, и вы оцените этот обзор лайком и подпишитесь на наш канал. А также напишите приятный комментарий и включите колокольчик. До скорых встреч в новых обзорах!